Получается, как, если я правильно интерпретировал, получается, это как урок, который я должен пройти. Ну, или другой человек, который связан с этим. Но тогда как этот пройти урок? Мне самому надо разобраться и поняться в этом? Или мне надо простить и принять этого человека и понять, и тогда этот урок будет пройден? Ну, что значит понять и простить этого человека? Для начала нам надо знать хотя бы вот это, зная то, что мы ничего не знаем, но хотя бы это знаем, да, как говорил великий ученый, философ Сократ. И поэтому на первом этапе надо принять самих себя. А когда мы примем сами себя, то есть, как знаете, в Соединенных Штатах зародилось в 50-е годы, зародилось такое движение анонимной алкоголики. А в принципе, сущность этого движения состоит в том, что человек на первом этапе, там 12 шагов, на первом этапе он должен признать о том, что он алкоголик, ну или наркоман. Только в этом варианте. Пока он не признает, и насильно его никак не вылечишь. Ничего нельзя с ним сделать. Да? Он должен сам признать себя. Признать себя о том, что он такой, и простить себя. Это, если он будет постоянно клясть самого себя, это тоже плохо. Поэтому он должен принять себя, простить себя, да? А потом понять о том, что те люди, которые приходят и причиняют ему какие-то неудобства, какое-то зло даже, или пытаются от него получить выгоду, о том, что это орудие в руках высших каких-то сил, которые ему показывают, что это твой дорогой мой урок. А то, что делают они, нас не должно заботить. То есть почему? Потому что мы говорим, а как же? Ну, они-то плохие, значит, это нас не должно заботить. У них своя программа. У них своя программа. Это не значит, что им надо делать то же самое. Они тоже должны это осознать. Ну, а как по-другому? Значит, нам же надо показать кому-то, что мы что-то как-то сделали не так, чтобы мы задумались над этим, а почему это все происходит. Но без привязки к ним. А их брать зеркало, ты же не будешь злиться на это. Ну, можно взять зеркало, кинуть его в стену и разбить его. Но ты же на него не будешь злиться, да? Вот ты смотришь в это зеркало и видишь себя каким-то плохим, да? И уродливым, допустим, да? И неприятно смотреть в зеркало на самого себя. Ну и что, ты будешь на него злиться? То же самое, какая разница? Вот они и есть это зеркало, поэтому это так это работает.